Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня мы рассмотрим такой расклад, называется «Любовный крест», где первая карта означает суть взаимоотношений. Суть взаимоотношений. Мужчина должен сделать вам предложение выйти замуж. Какие чувства данный человек питает спрашивающему? Тут связано что-то с какими-то деньгами, что человек понимает, что вы зарабатываете деньги и тратите всю энергию на это. Что он о вас думает? Он о вас думает, что вы выбираете еще. То есть у вас есть право выбора между несколькими мужчинами. Что произойдет между вами в ближайшее время, пока вы будете оба молчать и не писать, не звонить друг другу. То есть каждый будет сидеть и жадничать на эмоции общения. К чему все это приведет? Это приведет к головной боли и отстраненности друг от друга. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.